Ну вот вы про тридцатку говорили, да, и говорили, что очиститься надо. Вот я 30 числа родилась. Да. И действительно, я родила ребенка особенного. А иммунная система сразу там будет страдать. Люди рождаются вот с нарушением этих систем. Это значит, я как-то не очистилась, да, перед тем, как... Ну, я молодая, 25 лет. Дело в том, что, понимаете, не вы здесь виноваты. Просто вам через генный поток передались вот эти отрицательные программы. Вы об этом даже не знали. Угу. И поэтому здесь надо просто, смотрите, вот с ребенком. Вы в Казахстане живете или в России? Да. Поездить по святым местам. Вот мы ездили на земли Чингисхана, Жошихана, это Жесказганская область. Так, Жесказган, да? Жесказган. Да, вот туда можешь съездить. Там есть такой элемент, знаете, черепаха называется. Ага. Я был сам удивлен, когда мама с сыном там пролазили. Угу. Как вам объяснить? Там будет вот такой камень. Вот здесь вот как камень, как черепаха, а вот здесь тоже камень. И между этими камнями надо пролезть. Ага. А это где именно в Жесказгане? Там особо. В Жесказгане это Сатпаев. Сатпаева, да? За Сатпаевым там уже уходит автобус в эти дали. Там специальные. Ну, то есть там могут подсказать, да, где это? Да, я вам. Ну, напишите на WhatsApp мне, я там скину вам в Сатпаеве, там наш мастер Сюцай. И там вот есть вот эти места, у Леота, да, там очень классные места. И смысл в чем? Мама пролезла через эту черепаху. А, нет, сначала сын пролез. Сын плохо разговаривал, что-то такое. 5 лет такой красавчик, сын там. А он пролез и стоит, ждет маму. Мама пролезает, короче. Там, знаете, такое узкое пространство, да? Вот голову неправильно повернул, ты застрял, короче. А знаете почему? Мысль плохая пошла, то голова встряла там. Ага. Вы понимаете, какая тонкость? И вот она, сын такой сидел, и он такой раз и за ней пошел и начал разговаривать. Короче, мы там прослезились. Ну, надо же. Он такую руку ей подает, вот так вот, за руку ее берет, и она пролезает, короче. Угу. Вот это и есть очистка идет. Вам надо через такие места проходить, и кармические вот эти программы будут.